Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Черт. О, Кайл в наших друзьях, я добавлю тебя в друзья исключительно потому, что нам придется отвоевывать палку вместе. И это все? Ну окей. Так, смотрим на самом деле, какие у нас тут есть где-то друзья. Стоп, вот. Так, Стэн, Джимми, Кайл, Картман. Проклятие, Картман анализирует чип родительского контроля и насылает электрический шторм на одного из врагов. Окей. Ладно. 55 друзей. We elves craft the finest shit in the land. Так, теперь из оружия, что здесь интересного есть? Я буду материться. Так, боевой лук стопудово 300 по 3 урона. Я думаю, возьмем вот этот. И меч окончаний. Это охрененно. Ладно. А, что у нас здесь? Что у нас здесь? Одежда монаха. Шапочка монаха. Давайте станем монахом. Мне просто хочется посмотреть, как это будет выглядеть. Так. Игнорирует до 100 брони. Идеальная атака уменьшает количество и что-то там. Добавляет 50 урона. Так. Где этот? Меч окончаний. Изменить. Игнор до 100 урона. Ставить. Офигенное оружие. Так, и. Боевой лук. 50 тошнотворного урона, 10 огненного. Я думаю, мы что-нибудь найдем. Что бы нам такое на него поставить? Так. Даже вот я даже не знаю. Что бы на него можно... Очку мощи, добавляет оружие ближний дополнительный удар. О! Черт. При атаках оружием, при атаках игнорируется. 20-50. Отражается. 50, наверное, поставлю. Так. Ах ты ж, боже ж мой. Упс. Шапочка, монах. Максимальный запас здоровья увеличивается на 10. Восстановить дополнительно 253 исцеления. Офигеть просто. Получение 3 с каждым ходом. Так, здесь прокачали. Одежда монаха. Я даже... Слушайте, а это мне кое-кого напоминает. Так, добавляет 7 брони, 10, 15. Синий тошнотворный, получить мощи при исцелении. Дальнобойный. Так, наносит 10 больше урона. Очков мощи при атаке ближнего боя. 5 очков при убийстве. Дальнобойной атаке. Черт. Давайте вот это и вот это. Понимаю, что долго и все такое, но, ребят, нужно делать это. Иначе нет никакого толка. Так, ладно.
Стоп. Я не типа сейчас не делал. Вот. Так, врагам атакующим ближним бою наносит 20, получить помощь при дальней. Да, вот так сделаю, ладно, пофиг. Пусть будет так. Пусть будет так. Да будет так. Ну а чё, мы, кстати, стали лаконично выглядеть на самом деле. The well of insight says your future is cloudy. Oh wait, that's don't talk to me, talk to Cal. He's your BFF, remember? You need my services, Commander Douchebag? We're all in this together now. If you need me to fight next to you, I will. If you just need a human shield, there's always Cartman. Ладно. Я думаю, что мы неплохо оделись. Кенни? Кенни? Окей. Так. Я надеюсь, что сейчас ХП у меня стало еще больше. Примерно на 15%. Так, стоп. Стоп. Кстати. Нет. Нет, ключа у меня от него дома нету. Возможно, он где-то сверху, возможно, я его просто не нашел. Так, и где же наш флажок, по которому я должен путешествовать? Вот он. Тимми! Тимми, мужик, подвези меня. Черт. Куда нам надо? В Сити Холл. Давайте попробуем смотаться сначала все-таки на ферму. На ферму. А потом уже в Сити Холл. Я думаю, это ни для кого не будет большой проблемой. Так. Что там Клайд нам пишет? Что он пишет? Дуэль между Токеном и Станом. Сегодня в эфирском лесу. Приходите посмотреть, как город рейнджеров отрубает. Так. Так, извините, друзья, я не могу. У меня талончик стоматолога. Токен твой стоматолог не можете все время спасать. Пошутил. Давай. Все на первый уровень, что ли? Так это мне не интересно, чувак. Черт, я забыл всякие фишки посмотреть у того. Может, у него есть еще полезное, кстати. Ладно, неважно. А, вуф-вуф. Короче, я не знаю, что здесь делать, как вызвать этот квест и... вообще. Ладно, бежим обратно. Просто бежим обратно. Быстренько возвращаемся. Так. Бежим сюда. Тимми нас отвозит. Он прям красавчик. В этом плане. Так. Быстренько выбегаем. Быстренько бежим наверх. Наверх, я сказал. Отлично. Правильно, зомби пришли за тако. Им нужен только тако. Им не нужны мы. Сити, мать его, холл. Блин, уже третий час, кстати, играюсь. Надо будет на четвертом завязывать. Вот. Потому что я думаю, что на сегодня, я думаю, вам уже хватит. Тем более, что вы все равно ничего не пишете. Maybe you can help us with something. All these homeless people in South Park are making us look like a cold and heartless town. If you could go and beat the crap out of all the bums and vagrants, they'll leave town, and it'll restore South Park's reputation as a compassionate community. You gotta get every single one of those bastards, okay? Chop chop. Окей, проблемы с бездомными. Поговорить с Энни в здании городского. Так, а где еще-то? Я же вроде всех их того и этого. Или они еще где-то остались? What is this? The boys want us to play with them? I do owe you one. I can take you to the girls, but I don't think they'll be very willing to play with boys. Do you wish to speak to the girls now? Ну давай.
Черт! Мать моя женщина! The 412th meeting of the girls is hereby called to order. Sparkle, sparkle. Sunshine! Sunshine, sparkle. Millie Larson has the floor. If it pleases and sparkles, I move that we vote immediately on the urgent matter involving Monica Ryland. Yeah, yeah, right away! Excuse me, I'm sorry, but I have an urgent matter that I believe needs to be addressed first. The chair acknowledges Annie. Sunshine, sparkle. Annie Nitz has the floor. If it pleases and sparkles, a messenger comes with a request from the boys. Yeah. What request do the boys ask of us? He doesn't really talk. Черт. That's hot. The boys are playing some new role-playing game, and the new kid here wants us to join his team. What? We don't have time for that. Something very big happened, and we must do something. I know. I thought maybe he could help. Oh, that's not a bad idea. I glitter Annie's idea. Sunshine Sparkle, a motion has been glittered to have the new kid help with Monica Ryland. All right, new kid, look. There are terrible rumors going around town that our good friend Allie Nelson was spotted at the abortion clinic. I have never been to the abortion clinic. I'm not a whore. We aren't sure, but we think the girl spreading the rumors about Allie is Monica Ryland. And then she has the gall to act all nice to me. We have to know for sure if Monica Ryland is a two-faced bitch or not. So, we're gonna send Monica a Facebook page with your picture, then tell her that you're Bebe's boyfriend from Lakewood, and you want to meet her and ask her what the best thing to get Bebe for her birthday would be, and see if Monica tries to hit on you at all, because that way, we can see if Monica is a manipulative bitch. Right. Do this task for us, and the girls will consider your request. Sparkle! Sunshine! Твою же мать! Что это такое, что было? Это был самый худший момент в игре. You'll find Monica waiting for you at the park. All you have to do is pretend to be Bebe's long-distance boyfriend. When the job is done, come see me. Они вынесли мне мозг! Спасибо, Кенни, ты мне восстановил мой мозг. Так, нет, стоп. Я забыл, где напарников переключать. А, вот. Карман! Мужик! Скажи что-нибудь крутое. Now that you have found Jesus, he will always be with you. Вот интересно, а что этот Картман делает? Давайте попоримся с зомби как раз. Побьем зомби! О, у меня 5000 хп, я прям не знаю, какой я крутой. Да. Хрена ж себе, мать твою. Офигеть. Волшебный снаряд? Не-не-не, давай ты заюзаешь. Проклятие! Быстро нажимай. А, то есть любую из кнопок просто нажимать быстро. О, я даже не знаю, как мне это бы сделать получше. Охренеть! Он шикарен. Ладно, пробуем последнюю атаку простую. Да, урон, кстати, у меня сильно повысился, я так заметил. Давайте просто волшебный снаряд попробуем. Чё, у Картмана есть? Просто кинул прокладками, красавчик. Горящее облако. Быстро нажимайте Y. Почему же у него все быстро нажимать надо? Мать твою! Да вообще ты мужик, чувак. Это жесть. Так. Куда нам дальше? Сейчас посмотрим. Карта, по-моему, здесь. У нас. Да, как раз вот лучше в ту сторону пробежаться. Быстрее переместиться здесь. Hello, new kid. Привет, новичок. Привет, мужик. Так, а нам надо... Нам надо куда? По карте. Ага, на детскую площадку. Ща туда пробежим. Блин, надо было с другой... Ну ладно. Накосячил. Похоже, Картман так и будет про всех все хорошее говорить самое. Блин, что-то я не доискал. Где у них ключи-то? От гаража. А, вон там есть. Было что-то. Было.
что я не открыл. Вот. Я так и знал, что ключи где-то здесь. Они всегда в доме. Так, мы бежим. Еще, кстати, потом лук попробовать, как он. Крут, не крут. Баки Клайда. Маленький магнит и новая игрушка. Стегмата. Окей. Any means necessary, douchebag. Kill if you have to. Так, мы нашли уже двоих, кстати. И вот она. You must be Mike. So, you want to talk about Bebe, huh? Well, look, Bebe's my friend. I think she's really great. I don't know if she's the end-all be-all of girls. I mean, she's a little two-faced if you ask me. But, hey, I read a lot of your Facebook profile, and I think you're a really interesting boy. Aha! We knew it! You two-faced manipulative whore! What the heck? Thank God we sent the new kid to spy on you, huh, girls? Yeah, now we know you're a two-faced bitch! What do you mean? You guys are my best friends! Then why are you hitting on my Facebook boyfriend? We brought someone else who might be interested. Monica, what the fuck are you doing? Uh-oh. Hey, Jake. Have fun, you two-faced skank. Guys, wait, please, come back! What's the big idea trying to fuck my girlfriend? Твою ж мать! Nothing to say, huh? Well, maybe you'll understand this. Ну вот какого хрена? Да, уважай его королевскую власть. Просто уважай его, мужик. Ты обязан это сделать. На, ты попался. Так, огненный шар, давайте. Отлично. Надо это. О, у чувака были вши, крутая. Это было круто. Почему вы не хотите ко мне, друзья? Так. Вообще надо потом посмотреть, где находить детей, потому что я хочу найти всех мелких детей. Всех этих злых мелких детей. Так, купить. В принципе, у меня все есть, все круто. Надо, кстати, распродаться, то денег мало. My pirating days are behind me now, thankfully. Тишина. Такая тишина. Та-да. Что там от нас он хочет? Так, народ, наверное, новое правило, больше никаких баталий в сети. Так, вот нашим родителям мы оказались под домашним арестом. Теперь без тишины, ну да. Слушай, прости, что Джейк так психанул, но мне это по-прежнему дорог как друг. Окей, это, конечно, хорошо, но нафиг. Нафиг. Тимми! Бежим! Привет! Так, добежали? Болтаем. The girls want to thank you for your help. We can go see them again whenever you're ready. All right, then, let's go. You know the drill. Ага. Я все помню. New kid, we want to thank you for helping us determine whether or not Monica was a two-faced bitch. She really made us mad, but it turns out she couldn't have been the one spreading rumors about Allie Nelson going to the abortion clinic. Yeah, so we made up. You guys are the best. You see, the thing is, Heidi Turner was supposed to put on the Facebook page that you were Bebe's boyfriend, but she didn't. Because Heidi Turner is a two-faced bitch who says she likes me, then tries to stab me in the back. Right, so we need to know if Heidi Turner is the two-faced bitch who's spreading rumors about Allie being spotted at the abortion clinic. But in order to do that, we need people to think you're a girl. Makeover! Твою ж мать! Твою жопу мать! Не, ну серьезно! Вы серьезно? Не, ну правда! Ну какого хрена? О, май fucking god! Ладно. О боже. О боже. Ладно. Будем извращаться.
Я даже... Нет, вы сами меня заставляете. Твою мать, что они со мной сделали? Alright, new kid. Get inside the abortion clinic and find the records room. Take a picture of all the records from the past week and text them to us. That will help us find out who the two-faced bitch is. I'm sure you can appreciate why none of us can do this. If any of us are spotted in there, people might think we're sluts like Jessica Rodriguez. Hey, guys. Hey, Jessie. Hi, Jessie. What are you up to? Oh, nothing. Just finding out which of our friends is a two-faced bitch. Cool. We'll see you around. Awesome. Skank. All right, now go in there and get to the records room. Find out if Jessie had an abortion. О боже, это выглядит еще хуже. А, боже ж ты мой. Так. Так. Ну, нам как бы никто, по идее же, не запрещает. Пусть будет вот так. Вот так она стала прикольнее, кстати. Did you accidentally get someone pregnant? Ты мне нравишься, ты не ябедничаешь за спинами других и не прикидываешься потом, что их лучшая подруга, как все эти сучки. Окей. Пациент Сонли. Видимо, мне надо все-таки снять эту гребаную одежду. Accidentally get someone pregnant? И как мне это сделать? Что? Как? Зачем? Почему? Нет, я, кажется, сделал какую-то ошибку. You will never get laid looking like that, kid. А, вот, да, точно. Тупанул. А кстати, что она нам дает, интересно? Какие-нибудь плюшки дает нам? Круто. Нам чуть-чуть увеличивает здоровье. Hi. Did you accidentally get someone pregnant? Hey! Какого хрена ты меня не пускаешь? Все равно, при этом. An abortion? It's okay, don't be scared. The first one's always the scariest. Take room A, second door to your left. I'm sorry. Your little friend will have to wait out here. Come here, douchebag. You have to learn to do things for yourself sometime. Окей, мы переходим к самому противному. Так, записи. Комната с записями. Давайте прогуляемся сначала еще вперед, посмотрим. Серьезно? Отравленные гранаты? Вы серьезно? Biohazard. Окей. Hi, I'm Dr. Poonlover. Get on up in the chair and this won't take long at all. Hey, little young to be having an abortion, aren't we? It's okay, we have a booster seat.
Да ладно. All right, just sit back and relax. We'll get that fuck trash taken right out of you. Here we go. What the? Wow, never seen that before. You burned out the vacuum. I'm gonna have to get this thing fixed. Be back in a minute. Мы сожгли. Ладно. Хирургические перчатки, хирургический халат и еще хирургическая шапочка. Все это теперь доступно нам. Все это ради этого. Да. Хорошо, все это ради вот этого. Теперь мы врач. Нам никто не скажет бонус защиты при драке за рот. За рот? Боже ты мой. Бонус при драке с зародышем. Что за... Damn it! Oh, it's you! Thank God! Something strange is going on here. The PTA reviewed that tape you got us. The Taco Bell has something called a Plan B. They've been here looking through these records, but why would they be interested in the gynecological files of the women of South Park? I'm afraid now you know too much. We have two more asking a lot of questions. Deal with them quietly. We can't let anyone find out what we were doing there. Before you kill us, tell us why. Why is Taco Bell taking the records of women's vaginas in South Park? I'm picking up some hot readings on the Peggy. Tell us, what do women's vaginas and Doritos Locos Tacos have in common? Peggy is going crazy. Shit! There's an outbreak here! We have contamination in Sector 7! All units to Sector 7 now! Secure the entire building! Put that woman in restraints! What's going on? At Taco Bell security. Your clinic is infected with a Nazi zombie virus. Nazi zombies? That's ridiculous and bigoted. I happen to be German. Is one of them? Tell people what you saw here today. Let's go. Quarantine the place. Черт, они нас закрыли. Так, давайте, знаете что? Во-первых, я переоденусь, потому что, ну, это нафиг. Ну, конечно, когда я буду биться с зародышем, я одену все, что надо, но... Сейчас, ну, это нафиг. Сейчас мантия некроманта рулит. А нет, стоп, какого некроманта? У меня же монах, монах, монах. Где здесь монах? Где же монах? Монах, монах, ты где, мужик? Вот. Так, теперь самое главное. Нафиг эту хрень. Вот. Так, и это тоже нафиг. Нафиг.